Так, запускаем нашу игрушку. Так, вот видим, хорошо заработала картинка. Так, звук на максимум. Так, ну входим, читаем наше соглашение, точнее правила игры, и заходим в саму игру. Дальше что мы слышим? Да, у нас играет другая музыка, именно та, которую мы поставили. Всем привет, с вами Патриот 777. Сегодня мы будем делать игру, а точнее мод на нашу любимую игру Танктасик. Вот как мы видим, у нас в фан-клубе игры есть ссылочка на АПК с встроенным, точнее вшитым, как его, кэшем уже забыл, кэш. Так, и нас перекидывает на сайт и нажимаем снизу кнопочку скачать. У кого не работает, попробуйте через другой браузер или же через полную версию сайта. Так, вот мы скачали, у нас вот он наш файлик. Мы через Zarchiver сможем посмотреть его как архив. Советую вам всем Zarchiver Pro. Так, дальше заходим в первую папку, в самую глубь, и видим наши все файлы. Дальше вот эти файлики все выбираем, точнее выделяем, зажимаем и копируем. Копируем в любое место, в любую папку. Сейчас я немного перемотаю, уже когда все скопируется. Также не забывайте про мою группу ВКонтакте, вот она вот, сейчас вам покажу, вот она, ссылка будет в описании. Так, тут, короче, всякие посты, там видео, сможете быстрее узнать, без заходя на сайт Ютуба. В общем-то, что нам тут надо, вот обсуждение есть, снизу видим, да, заходим в эти четыре обсуждения. Здесь в какие игры поиграть есть первое, да, пишите обязательно. И второе, мод на игру собственной разработки. Заходим сюда и видим здесь уже две версии. Вы также можете скачать, попробовать то, что я раньше делал. Также здесь вот общались уже. В общем, ладно, продолжим нашу установку мода. Так, вот оно уже все скопировалось, отлично. На нашу папочку любую, как вы помните, я говорил. Так, что нам дальше надо? Дальше мы находим папочку вот Assets сверху, да? Заходим в нее, дальше Bin, Data и пролистываем самый низ. У вас может это быть в самом верху, там по-разному. Вот видим splash.png картинка, да? Вот мы его переименовываем и скопируем все название. Дальше мы заходим в нашу папочку с нашими фотографиями. Обязательно, чтобы фотография была в формате PNG, а не JPEG или каком-нибудь другом. Сейчас попробуем что-то найти. Я вроде бы недавно делал там кое-что, сейчас попробуем его и поставить. Так, где pictures, так, вот она. Так, Adobe Photoshop, где-то она внизу должна быть. Да, вот она. Нашу фотографию берем и переименовываем название, вставляем то, что мы скопировали. А точнее splash.png. Нажимаем ОК, выделяем наш файлик, копируем. И заходим в нашу папку, куда мы распаковали всю информацию о нашей игре. Туда же, в самый конец. И вот тут, где у нас была фотография, мы ее удалили, просто сюда же вставляем ту, что переименовали. Так, вот у нас уже готово. Дальше ищем не спеша в этих Shaders Assets, там должно быть формат RES. Сейчас вот с самого конца смотрим. Сплит 11, 15, 17, сплит. Вот RES видим, да? Зажимаем, нажимаем переименовать. Нет, давайте сразу послушаем, оно ли это.
Через ЕС Мьюзик. Пароль. Так. Ну, как слышим, это у нас наша мелодия из ангара в Танктастике. Значит, это точно оно. Нажимаем переименовать. Копируем все с тем же форматом RES. Дальше находим нашу музыку. То есть, заходим в папку, где у нас все песни. И ищем песню, которую хотим поставить, чтобы она играла в ангаре. Вот. Ее все убираем. Вставляем наше скопированное. Я тут двойку случайно поставил. Сейчас надо ее убрать. Потому что формат будет недействителен. Так, все. Вот так у нас должно получиться. Вот такой вот файлик. Дальше мы его так же само копируем. И переносим в ту же папку, откуда мы брали картинки, точнее туда ставили. И, в общем-то, это у нас кэш игры. Не буду много говорить, что-то подвисло. Так, и сюда же вставляем наш этот файлик. Нажимаем заменить, то есть мы заменяем то, что раньше был. Так, все, вроде бы все. Сейчас посмотрим. Вниз. Да, все. Дальше, что нам надо? Заходим в нашу папочку, где мы все это распаковали. Все вот эти вот файлики, которые мы из игры распаковали, мы их выделяем. И нажимаем кнопочку «Сжать». То есть, сжимаем их в zip-архив. Название архива может быть любое. Давайте попробуем что-то придумать. Там «Танктастик мод», допустим, да? Ну, вот так вот, да. Дальше нажимаем ОК. И ждем, пока у нас вся эта операция завершится. Так, вот у нас уже архивчик наш есть. Видим, да, tanktasticmod.zip. Дальше мы переходим в программку ZipSigner. Программку я ссылку оставлю в описании на свой Яндекс.Диск. Там вы сможете ее скачать. Вот она вот так вот выглядит. Название ZipSigner. Заходим в нее. Сейчас я введу пароль. Так. Давайте я вам предлагаю проверить, требует ли эта программа root. Сразу же проверим. Сейчас. Выйдем. Так. Сервис. Права администратора в разрешениях. Смотрим. Ага-га. Кстати, программка все-таки не требует root доступа, то есть мод смогут делать любые люди. То есть у кого root есть и у кого нету. Нажимаем кнопочку input и выбираем папку, куда мы наш zip файлик сохраняли. А input, точнее output, как это читается, можем просто прописать. Я пропишу ту же самую карту памяти, папочку 1amusic. И название Tanktastic Mod, точнее сокращенно это мод. И не забываем в конце поставить название .apk, чтобы у нас сразу же в APK сохранилось. Так, сейчас TT Mod. Вот, .apk. Вот так вот. Дальше сохраняем и нажимаем sign the file. Дальше у нас идет процесс. Сейчас я вам как раз расскажу, для чего вообще эта программка нужна и что она делает. Как я понял, эта программка создает файлик. Я буду так своими словами рассказывать. Она создает файл, сейчас как это правильно сказать. Сканирует все файлы из архива, которые мы с вами делали, то есть все кэш игры. Дальше она делает подпись APK файла, то есть уже с сохраненными всеми файликами из кэша. И, короче, сохраняет APK уже с новой подписью. Если мы просто тот файлик zip переименуем в APK и попробуем так же самое установить. У нас ничего не получится, так как подпись будет уже устаревшая, а в кэше были произведены изменения. В общем, как-то так. Давайте я перемотаю.
Так, у нас уже все файлы почти скопировались. Ага, еще чуть-чуть подождем. Так, все, наш файлик сохранен. Теперь идем в нашу папку, куда мы прописывали, чтобы он сохранился. Перезайдем в эту папку. Так, вот видим TT мод APK. 500 мегабайт, ничего себе. Не знаю, почему так. Какая-то лажа, так я видел у многих игроков. Ладно. Запускаем наш TT мод. .apk. Вот он. Давай, 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 запускайся. Что-то залагало. Open. И нажимаем кнопку установить. Когда у нас уже все установится, я опять включу видео. Так, вот, все, у нас уже все установилось. Нажимаем закрыть. На рабочем столе у нас вот появился тантастик, запускаем его. Давай, давай, не лагай, запускайся. Так, как помним, мы изменяли картинку. Вот, все работает, картинка у нас изменилась, да? Дальше мы вписываем наш логин и пароль, так как мы перезапускали, точнее переустанавливая игру. Читаем обязательно еще раз правила, чтобы не говорили, что нас просто так мутят и банят. Так, и как слышим, у нас уже в ангаре играет новая музыка, которую мы выбирали с вами, переустанавливали в кэше игры. В общем-то, вот такой вот получился мод. Кому понравилось, вы знаете, что делать. На этом, я думаю, можно заканчивать. Ладно, всем удачи, всем пока.